Топ-жалоб, которые поступают от костанайцев в службу Айкомек, помимо расчистки снега и его вывоза, с некоторых пор добавились звонки от населения по поводу бродячих собак. Их становится все больше и больше, говорят люди. При этом, отмечает глава областного центра, деньги на отлов выделены, а работы, подчеркивает Марат Джандубаев, не видно. 16 декабря было вложено 65 программ провести с одного источника. Но 19 января получен ответ, что данная процедура должна провести методом конкурса и ценных предложений. Соответственно, 19 января проводится мероприятие, только одна программа «Отлов бездомных и бродячих животных», которая выделена более 5 миллионов, выиграла дистанция наша городская. А вот эти 4 программы до сих пор она проводится. При этом точно сказать, когда государственные тендеры будут проведены по всем программам, а там ведь не только отлов, но и стерилизация, и вакцинация, и выпуск в естественную среду, специалист точно ответить не смог. Вы поэтому решайте. Берите, я не знаю, с одного источника, кто вам голову за это оторвет. Уже, но я говорю, мы дождемся. Особенно жители дачного массива жалуются. Кунай жалуется. Второй Кустанай. В центре города даже есть. Кстати, обращение в Айкумек поступает именно от родителей. То есть мы так дождемся, когда кого-то ребенка покусает собака. Когда будет порядок? Причем количество бродячих собак увеличивается не только в Кустанае, но и в других населенных пунктах Кустанайской области. Видео со стаями бродячих собак появляются в соцсетях регулярно. Особенно много из Аркалыка и Житикары. Олжас Исенжигитов, Татьяна Калюжная, Валерия Зиновьева, РТН.